Идем по улице Кирова. В нашем случае, получается, предприниматели, которые там делали проект, закладывали сейчас фундамент и инженерные сети, они остались крайними. То, что их оттуда убирают. От предложения от администрации сначала, которая выдала разрешение, и то, как они будут переезжать, не поступило. Это первое. Второе, то, что она благоустраивается, я вчера там ходил, много прошелся вокруг и около, где можно там размещать большие фонды, да, хорошие улицы. А есть там такой момент при благоустройстве, вот это здание СУПАК, оно будет с ним что-то решаться или нет? Вот это блочное здание, которое стоит, то есть павильоны мешаются, которые проводятся в хороший вид. Упираемся, да, как бы в это блочное здание? Да. Это сейчас хорошо, еще продолжим. Хорошо. И следующий момент, когда мы переходим улицу Фрунзе, то есть переход на... В школе, да. Там есть школьный угол, и то есть сужение тротуара идет. И прямо сразу же к краю дороги. Там невозможно, как предложение, скосить угол школы, при этом, чтобы зона оставалась также школьной, но просто забор чуть-чуть перенести. Это как дополнение, если уж делать комплексный ремонт, то его уже не только павильон, если вы там убираете, то его полностью. И еще одно предложение. Я знаю, то, что проекты все равно дизайн кода их предоставляют изначально в каком-либо там виде. Я так понимаю, то, что по Кирову сейчас будет, если переносить все павильоны, то опять же затребуются проекты. Проекты это деньги. Нет, вот я понял. У нас опять же нет никаких гарантий, то, что мы тратим деньги, а потом они придут и скажут, мы здесь вас не видим. Вот я еще за это. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да вы, наверное, кто со мной ходит, видели мою реакцию. Конечно, это непорядок. Если мы говорим о том, что здесь у нас освобождается, мы упираемся в это блочное здание. У нас судебное. Мы за то, чтобы идет суд. Понятно, мы не можем здесь перепрыгнуть. Но перспектива, я думаю, что мы будем освобождать эту площадь. Однозначно. Значит, о уменьшении или доступности, что пешеходные... Да, мы вчера тоже об этом говорили, что там надо подумать, чтобы пешеходная дорожка была. Ну, то есть вот у вас где школа, угол, да. Да, я согласен с вами, будем, вот давайте обсуждать. Я просто вам сразу говорю, в среду либо в четверг просто по расписанию посмотреть вот эту тему, давайте прямо, ну, можем даже в четверг на штабе опять встретиться, и прям четко, по вам, еще раз говорю, мы поможем. Давайте только, ну, наводить порядок. И касается, допустим, кодов, в смысле, дизайн кодов. Я, насколько понимаю, в целом, в цвете, то, что вы сделали, проблем нет, вам не надо. Может, ошибаюсь? Вот именно в том виде, который вы хотите поставить, только вы поставите там, на Фрунзе. Так или нет? То есть у вас мы значит, я так понимаю, согласовали то, что вы сделали. Вы не надо вам еще здесь сделать. Вам только в том состоянии надо перенести туда. Но я тоже прошу. Туалет. Ну, я так понимаю, будет там туалет, да? Чтобы, может, канализация была. Вот давайте сделаем так. Поэтому спасибо за понимание.